Девчонки, сфотографируйте модель. Что хочешь, киска? А не видео. Киска. Ну давай залазь в бассейн, что ты. Где там у них сугробы? Ну я вон в сугробе посидел. О, вот меня на сугроб сфотографировал. Пойдем, наш снимешь. Стас, пошли туда. Чем вот так вот выглядит ночью ночное купание. Здесь две природные ванны. Там погорячее вода, здесь похолоднее. Сейчас конец января. Ну, где-то минус 10, так скажем, примерно. Ветра нету. Такой вот, как назвать его, санаторий. Все, завтра днем поснимаю. Такая тишина. Ну вот так вот здесь. Номер стоит... Короче, двух, ну вообще номер 4000 рублей стоит. Два бассейна, вот этот похолоднее, ну как бы похолоднее, но это природный, реально. Этот погорячее. Ну я сейчас в трусиках стою, мне он сейчас не очень горячий. Ну нормально, покушать можно там, поспать, все, покупаться, душ, ну все цивилизованно. Ты думаешь, так лучше? Ты правильно? На, снимай меня. На, снимай. Широко... Почему я тебя тоже снимаю? Давай, сейчас тебя... Широкоформатный. Дай. Камчатка, январь! Ты тоже так, да? Да ты выключи, что ты его таскаешь сейчас, как ты. Прям к земле ноги примерзают. Ты смотри, сколько сейчас по минусу там. Давай. Ноги примерзают. Паша, ныряй сюда. Да я Семен. Вот так вот. Ай, блин. Где-то минус 16 примерно сейчас, да? Я хочу сказать, что когда у человека замерзает мозг, это очень, ну, как сказать, ну, мозг замерзает, оно не очень хорошо. А вот когда сюда садишься, вот в эту вот протунечку, блин, нормально. Вот. Значит, Камчатка, вот такой вот санаторий. За номер двухместный, одноместный. 4000 рублей. Покушать здесь все есть тоже, да. Ну, источник этот. Ну вот тот вот похолоднее, второй.
Здесь погорячее. Вот он. Иней, да. А мы еще покупаемся. Ой-ой-ой! Вот какая собака! 10 часов. А, так уже 11. Видно. Все, минут 20 побарахтаемся, да? Ага.